Привет, народ! Сегодня нас ждет очень интересное видео и очень интересный заезд. Продолжаем сезон. Пятая гонка, друзья. Невероятно сложная. Залив Колумба. Почти 3 км. Трасса довольно-таки известная. Хорошо, док. Сейчас мы на первом месте в командном зачете. Теперь мы именно там, где нужно. Постарайся победить Фейсала Махмуда. Создать разрыв побольше. Фейсала Махмуда-то мы, конечно, победим. Но вот придем ли мы к первой тройке, вот в чем вопрос. Дело в том, что здесь очень сложная гонка. Она настолько сложная, друзья, что... Я даже не уверен, что приду в первой тройке. Итак, давайте как следует настроим машинку. Так, баланс тормозов. Даже не знаю. На скорость сильно надеяться не стоит. Хотя, в общем-то, здесь нужно одновременно все. И скорость, и маневренность. Сложность, кстати говоря, еще и в том, что машинка очень не маневренная. Она идет довольно-таки шустро, но отклоняется от траектории весьма существенно. Говоря по-русски, чтобы повернуть, надо сильно затормозить. А подгазовывать все это сложно, друзья, на самом-то деле. И соперники, они сбивают машинку, она идет юзом и теряет скорость. Проблема в том, что даже незначительная потеря скорости приводит к поражению почти полному. Действительно, очень сложная гонка, но посмотрим, посмотрим. Итак, давайте посмотрим. Смещение баланса вперед. Менее послушным. Нам нужно максимальное ускорение, как и всегда. Поворачиваясь назад, да? Даже не знаю. Ну ладно, давайте сделаем плюс 100. Поворачиваемость нужна очень хорошая будет здесь. Хотя, знаете, даже не знаю. Ладно, пусть остается плюс 50. Адвенциал. Так, прямой, хоть забрать поворотов. Так, даже не знаю. Открытый, закрытый. Ладно, пусть так остается. Пусть остается все так, друзья. Не будем вносить каких-то корректив. Улучшения такие. Зачет такой. Правила вот такие. Командные цели. И сложность, да, очень сложно, друзья. Ну, играю я на клавиатуре, как и всегда. Поехали. 4 круга. Ты на 12-й позиции, а у твоего напарника 6-я стартовая позиция. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед. Три круга.
гонки. Установить рекорд круга в этой гонке. Вот так вот, друзья. Кто думает, что это было легко, пусть сам попробует. Это очень сложно. Я бы назвал эту трассу бутылочная горлышко. Почему? Попробую объяснить. Да, мы первые. Фейсал Махмуд на твоем примере учиться будет. Это вот точно. Так победа. Да, это было реально сложно. Ну и ну, командная цель у тебя в кармане еще до конца сезона. Да, друзья, это действительно было... Пожалуй, наверное, самая сложная гонка в этом сезоне. А я не знаю, что там будет дальше, но это было просто нечто. Конечно же, давайте смотреть повтор. Пауза. И назад. Сменим ракурс камеры. Итак, друзья, начинали мы, конечно же, как всегда, с последнего места. Вот мы едем. Вначале очень важно на первом повороте отвоевать хотя бы две позиции. Дело в том, что дорога здесь довольно-таки узкая в тех местах, в которых надо обгонять. А плюс еще здесь есть круговой поворот очень большой, за счет которого боты очень лихо вырывают... победу, скажем так. То бишь, вам там повернуть сложно, ботом повернуть там легко. Даже на большом радиусе они умудряются вас обойти. Как у них это получается, честно говоря, я не знаю, без дополнительного ускорения. Итак, едем. Первый поворот. Вот он. Обратите внимание. Я сразу же выбрал обходить его по внешнему радиусу, не по внутреннему. Если ехать по внутреннему радиусу, то надо задействовать какую-то машинку, чтобы с ее помощью повернуть. Дело в том, что то корыто, на котором мы едем, оно, конечно, быстрое, но оно чертовски неповоротливое. В том плане, что малейшее отклонение, даже занос малейший, сразу снижает скорость, машина идет юзом. В общем, ее в этот момент обгоняют. Проблема в том, что боты, когда у них машинка получает отклонение какое-то, да, то бишь она идет неровно, они ее молниеносно выравнивают. Прям молниеносно. Вы так, как боты, сделать не сможете. Поэтому ваша основная задача держать это корыто как можно более прямо. В этом и заключается основная сложность на этой трассе. Дело в том, что обгонные места здесь предусмотрены в основном только лишь там, где узкие участки дороги, и там боты, к сожалению, тоже очень быстро едут. Я вот прохожу этот первый поворот по внешнему радиусу. Как видите,
особо много позиций не отвоевал. Буквально только одну. Хотя у меня были моменты, когда я даже третьим шел после первого круга, но это крайне редкий момент. Едем дальше. Следующий — это круговой поворот. На круговом повороте надо всеми правдами и неправдами прижиматься именно к внутреннему радиусу, даже ценой того, что вы врежетесь в какую-то машину. Здесь машинки притормаживают. Это место для обгона, в кавычках. Почему? Потому что здесь можно реально обогнать машину, но это сделать сложно. За счет того, что они очень идеально ровно огибают эту окружность и по наименьшему радиусу. В том-то и косяк, то что вам тоже надо по наименьшему радиусу обойти. Если вы поедете по левой стороне, то вы никого не обгоните. Видите, да, что я прижимаюсь к внутреннему радиусу, пытаюсь. Но так, собственно, никого и не обошел. А дальше самое интересное. Здесь надо сделать так, чтобы на скорости, когда машинки будут тормозить при входе в поворот, в конце этого участка, да, этой трассы, именно этого участка, вам надо будет сохранить скорость и попытаться ворваться в их ряды и совершить маневр обгона. Это очень сложно, но можно сделать. То бишь они тормозят, а вы продолжаете ехать. Ну, ясное дело, тормозить тоже придется, иначе ваша машинка получит отклонение. То бишь вот это и есть сложный обгон. Вот они начали тормозить, потому что появляется поворот налево. Но он скоростной, то бишь машинки этот поворот пройдут быстро, и тормозят они временно. Вам надо воспользоваться этим временным их торможением, чтобы по наименьшему радиусу или как-то вклиниться между машинками и попытаться их обогнать. Видите, да, я пошел по наименьшему радиусу. Но здесь опасность в чем? Вашу машину могут развернуть, она получит дополнительный какой-то крен или отклонится от ровной траектории и вас тут же развернет. Машинка заднеприводная, это сразу чувствуется. И это еще один косяк, потому что, ну, тяжело ей реально управлять. Видите, да, что за счет других машин мне удалось таки отвоевать целых 3 позиции, которые я, в общем-то, промухал в начале. Даже 4. И даже 5. В общем-то, я уже еду с небольшим таким хорошим заделом. Здесь также получился. И вот я уже 5. Вот это место. Кстати, давайте вернемся все-таки назад немножко. Вот это место чертовски опасно. Дело в том, что здесь вас будут таранить, вы будете здесь с какими-то машинками стукаться, но суть в чем? Опять же, машинка получает отклонение немножко от траектории ровно и теряет скорость, идет юзом, переворачивается как угодно, но она теряет скорость и вас молниеносно обходит. Здесь максимальная аккуратность. И заметьте, все дорожки-то здесь узкие, особо никак так быстро не вырвешься. Все машины держат очень высокую скорость. То бишь здесь максимально аккуратно. Да, здесь хочется притопить газ, но не получится на большой скорости этот поворот пройти. Все равно придется нажимать на тормоз. И этот тормоз позволит машину все-таки выровнять. Удар об левый борт этой широкой дороги гарантированно поставит вас на позиции 2, например, назад, потому что вы сбросите резко скорость. Здесь следует просто набирать максимальную скорость, опять-таки с помощью тормоза корректировать направление машины, очень легко врезаться в стену напротив, в бордюр, да, вот этот большой. Но тут уж никак не попишешь, то бишь тут вам придется рассчитать очень точно соотношение нажатия на тормоз и давление на газ. То бишь вам надо максимально попытаться по короткой траектории пройти этот скоростной поворот. А далее идет очень хитрый и такой нехороший момент. Обратите внимание, в большинстве случаев на выходе из этого поворота вы, скорее всего, будете близко к какой-то машине держаться. И это плохо. Потому что дальше идет такой небольшой изгиб дороги, такая вот бутылочная горлышко, в котором вам придется либо обогнать впереди идущую машину, либо лучше пропустить ее. Дело в том, что если ее не пропустить, то вы, скорее всего, в нее врежетесь. И за счет этого потеряете скорость, и ваша машина, естественно, отклоняется.
отклониться от траектории, то бишь она пойдет юзом. А за счет этого вы не сможете повернуть на следующем повороте, и вас, скорее всего, с 90% вероятностью обгонят сзади идущие боты. Короче говоря, проиграете. А, поэтому смотрим. Вот я иду очень близко к этой машине. И вот это место. Обратите внимание, машина начала тормозить впереди идущая. А я не нажимаю на тормоз, потому что, в принципе, этот поворот проходится без всяких тормозов. Но боты-то нажимают на тормоз. А, следовательно, их здесь либо обогнать, либо просто зацепить их бампером. Но любое столкновение с ботами идет вам в минус, именно на этой трассе. Поэтому это опасное место, и тут лучше пропустить впереди идущего бота, если не получилось его обогнать. Но я такие настырный, и все-таки попытался его обогнать. И вот видите, да? Стоп, назад. Вот. Произошло касание в этом месте. И мне еще повезло, потому что касание не сильное. Будь оно посильнее, моя машинка сразу бы развернулась. Именно из-за того, что боты здесь тормозят, большинство, наверное, игроков и проигрывают. Потому что это очень стрёмное место, где надо подтянуться поближе к лидеру, который идет впереди. Но вот какая-нибудь тормозная машина не дает пройти этот поворот нормально. Поэтому вот так вот. Даже не поворот, а изгиб этого участка дороги. Да? Тут никак нормально не обходишь, кроме как по прямой. И когда они начинают вот так вот пытаться объехать на тормозе, то неминуемо идет столкновение, и ваша машинка идет юзом. Но мне здесь повезло, я таки смог. Вот видите, машина пошла юзом. Я нажал на тормоз еще раз и смог таки выровнять машину. Хотя все равно она вот идет в заносе машины. Видите, да? Потому что я все равно на скорости, и мне все равно эта желтая машинка все равно таки обошла. Хотя я ее тоже задел. Опять-таки идет круговой поворот, и мы опять же будем прижиматься наименьшим радиусом. Но так как я иду на скорости, у меня не получилось прижаться, и я чуть было не пропустил еще одну машину вперед. Вот и здесь очень. Короче говоря, я сделал некоторую ошибку, и теперь предстояло ее исправить. Опять же пытаюсь объехать, но машина, к сожалению, идет в заносе. То бишь я потерял скорость, опять пытаюсь к ней прижаться. Говоря по-русски, я просто потерял примерно 2/3 круга для того, чтобы догнать эти машины. Здесь у меня получился удар, о котором мне говорил, что если вы быстро будете здесь входить в поворот, а здесь вы всяко будете быстро входить в поворот, вам же надо будет догонять уходящих ботов. Поэтому вы неминуемо ударите машину на левый борт. Если у вас это произойдет, вы потеряете скорость. Ну, в общем-то, не всегда критично, на самом деле. Иногда все-таки лучше удариться о борт, чем нажать на тормоз. Далее я опять-таки пытаюсь набрать скорость и прижаться к машине. Опять-таки задеваю борты. Потому что я постоянно делаю ошибки как раз таки из-за того момента, когда в первый раз не дал пройти бот. Так бы я, скорее всего, их бы обогнал гораздо быстрее, но вот так получилось. Видите, что этот бот очень хитро таки вышел вперед. Желтенький имеется в виду. И вот он, момент истины, друзья. А, сейчас или никогда, да? Я тараню бота и пытаюсь объехать его. Дальше мне надо обязательно заблокировать его проезд. Я пытаюсь это сделать. И вырываюсь. Дальше начинается гонка за лидером. Очень сложная трасса, друзья. Одна из самых сложных трасс. Почему? Потому что боты здесь очень в малых местах тормозят. В основном идут на скорости. И в этих местах, где они тормозят, их обогнать крайне сложно. Очень сложно. Вот тут вот они задевают вас бампером, и вы сразу идете юзом, потому что теряете скорость, вас тут же обгоняют. Задевать здесь, это как Формула-1, то есть здесь нельзя, чтобы вас задевали, или минимум задевания, особенно на повороте. Красивый обгон. Дальше предстояло достаточно серьезное испытание, надо было удержать лидерство на этой трассе, это сделать сложно. Обратите внимание, я иду по центру. То бишь, я не могу машину прижать к внутреннему радиусу. Но, тем не менее, мне удалось сохранить скорость. Далее предстояло войти хорошо в этот круговой поворот. Если не дожать тормоз, то вот в данном случае я немножко
неправильно прошел, но все равно я оказался быстрее соперников. То бишь машинка вышла во внешний радиус. Это могло позволить ботам уйти вперед. Но они, видимо, там что-то замешкали и смогли этого сделать. Далее серия поворотов фактически на скорости, но я иду на блоке, я блокирую ботов сзади. И вот этот сложный поворот, где я тогда ударился о борт левый. Дело в том, что здесь тоже могут обогнать. Поэтому, если бы я сейчас ударился снова о левый борт, то меня бы 99% обогнали. Вы видите, как быстро идет вот здесь. Но меня тут-то догнали. И к финишу мы фактически вместе пришли. И вот так вот. По очкам мы впереди. 103 очка. Наполовину опережаем все команды. Ну вот, в общем командном зачете у нас 149. Сразу с нами идет равенство в мотоспорт. Отлично. Неплохо, друзья, неплохо. Шестая гонка будет в следующей серии. Давайте посмотрим, что это за гонка. Коротенькая трасса в 1,8 км. Довольно-таки сложненькая. Да, друзья, это сложная трасса. И машинки те же, смотрите, да? Я думаю, что настройку оставим такую же. Ну и продолжим в следующей серии. Если вам понравилась эта серия, обязательно отметьте это лайком, и следующие серии будут выходить чаще. Не забывайте об этом, друзья. Всем пока и спасибо за внимание.